Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Да, вы видите на столе модельный коврик, цанговый нож, кусачки, клей Tamiya. А это значит, что мы начинаем новую стройку. На этот раз мы будем строить модель Т-72Б3 от фирмы Мэнк. Модель предоставлена интернет-магазином Я Моделист, за что им огромное спасибо и благодарность. Коробка очень большая, увесистая. Для себя я уже решил, буду делать модель российского биатлониста, танк 2015 года, который участвовал в танковом биатлоне. Как бы посмотрел в сети, что делают ребята. Мне очень понравился камуфляж и сама машина, именно машины танкового биатлона. Как бы зеленые уже не интересно делать, армейские. А вот такой будет даже очень интересно. Как видите, коробка полностью набита литниками до верха. Вот такая хорошая инструкция. Если кому-то интересно, обзор данной модели вы можете посмотреть. На канале он есть. И начнем сборку с катков, ну и с ходовой части. Ходовой части танка с ванны корпуса. Аккуратно и хорошо можно срезать детали такими вот кусачками. Сначала подготовим детали, потом будем их склеивать. Также можно детали срезать и при помощи цангового ножа. Если до деталей тяжело добраться кусачками, то на помощь нам приходит ножик. Но кусачками, мне кажется, намного быстрее детали срезаются. Точнее, откусываются. Подготовил звездочки. Также вот в наборе даны силиконовые втулки. Модель будет полностью с рабочей подвеской, торсионы рабочие. Вот. Катки тоже будут двигаться. Аккуратненько склеиваем. Даны специальные шпеньки, чтобы правильно собрать. Траки тоже
собираются рабочими. Если кто не собирал модели фирмы Мэнк, то рекомендую попробовать и собрать. Раньше я собирал уже Т-90. Мне очень понравился в сборке. Ну, а этот Т-72, в принципе, те же самые детали, что и в Т-90. Немного изменена башня. Не такая. Но остальное все точно такое же. Нужно также, друзья, внимательно смотреть. Здесь с одной стороны меньше, с другой больше. Чтобы не перепутать стороны на детали. Срезал и подготовил катки, и из трех литников, на которых они находились, обнаружил два каточка с небольшим, с незначительным облоем. Видно, уже литевые формы стали подустывать. Самое интересное, что только на двух катках со всех. Также будем их склеивать, поделены на две половинки, так что не перепутаете. И главное, не забывать вкладывать силиконовые вкладыши. После склейки обработаю наждачкой. Чтобы хорошо склеилось. Ну и так вот все катки.
склеил катки и подготовил всякую мелочевку, чтобы делать ванну корпуса. Такая вот красивая нижняя часть у танка. Все очень хорошо пролито, сделано. Везде даны пазы. То есть деталь вы уже не поставите неправильно. Все очень хорошо проработано. Но только нужно срезать аккуратно детали с литников. Только вот когда срезаете детали, внимательно продумываете, как вы их будете снимать с литников. Потому что небольшая деталь, а может быть запитана с нескольких сторон. А пластик у Менго немножко твердоватый. И можно, если неправильно срезать, нечаянно срезать лишнее. Хотя за катками вот этого и за экранами всего не будет видно, но мы все равно это все будем приклеивать. Все становится на свои места безупречно. Все очень хорошо сделано. Очень приятная в сборке модель.
Зачистил и подготовил все детали. Позачищал швы на катках. Также подготовил мелочевку, подготовил торсионы. На всю подготовку у меня где-то и зачистку ушло часа 2,5. Теперь будем устанавливать торсионы на модель. Будем смотреть, как правильно и как лучше установить. Как я и говорил, подвеска здесь будет рабочая. Чтобы она получилась рабочей, надо немножко помучиться при установке. Установил за кадром на одну сторону торсионы, как работа требует предельного внимания, решил этот процесс не снимать. Теперь поставим такое приспособление для регулировки положения балансиров. Тоже ставить надо аккуратно, чтобы ничего не сломать. Оно и не так легко и становится. Все довольно-таки понятно, просто как оно устанавливается. Поставили, до упора сделали, и теперь начинаем вклеивать согласно инструкции. Можно немножко сюда больше прихватить. На работу это не повлияет. А укрепить конструкцию будет, конечно, лучше. Клея не жалею. Точно так же сделаем, когда немного подсохнет, противоположную сторону. Получается.
поставил торсионы и выровнял балансира на второй стороне и залил клеем. Пока это будет сохнуть, будем устанавливать следующие детали согласно инструкции. Также подготовил кормовой лист. Высверлил дырки. Потом посмотрел по фотографиям. Оказывается, на биатлоне здесь запасные траки не стояли. Ну, сделаю шпеньки. Крепежные болты, как на фото. Дал просохнуть торсионом. Ну, теперь прикинем катки и посмотрим, как будет смотреться модель на катках. Потом главное снять их с силиконовых втулочек, чтобы покрасить. Когда просохнут, аккуратно снимаются. В наборе дан специальный трафарет для покраски катков.
все без проблем становится. Модель отличная. Торсионы работают. Пусть подсохнет. Потом будем испытывать, показывать. На данном этапе это видео буду заканчивать. Так как сделал 7 позиций. Нижняя часть ходовая у нас уже готова. И во второй части вы увидите сборку траков. Покажу наглядно, как они собираются, посчитаем их количество. Но это уже будет во второй части. Кому интересно, подписывайтесь и продолжайте следить за выпуском серии по Т-72Б3 от фирмы Мэнк. До свидания, друзья. Всех благ вам и вашим близким.